Правительство Германии делает намеки на то, что для оптимального решения по поводу выхода из создавшегося кризиса в Украине стоит задуматься о федерализации страны. По мнению представителей германского правительства, создание федеральной структуры в Украине – это наиболее доступный и действенный метод для преодоления крымского кризиса. Такую точку зрения правительства Германии озвучил представитель канцлера Германии Ангела Меркель Штеффен Зейбер. По его словам, Германия переживает за Крым и Украину в целом. Именно по этой причине правительство Германии всячески способствует созданию так называемой контактной группы, которая будет в себя включать Россию, Украину, другие страны, а также Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе или Совет Европы, уже имевший опыт, связанный с решениями по поводу федерализации. Штеффен Зайберт отмечает, что Украина является государством, на территории которого проживают разнообразные группы населения, отличающиеся между собой по языковому признаку, по принадлежности к той или иной конфессии. Исходя из этого факта, представитель Меркель делает вывод, что в подобном многонациональном государстве необходимо, чтобы представители разных групп населения ощущали себя защищенными от разного рода дискриминаций и ощущали заботу власти об их безопасности. По мнению Зайберта, этого можно достичь лишь одним способом – совершить политическую переориентацию Украины. Зайберт высказал данную точку зрения после того, как 2 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель. Ранее стало известно, что в ходе данного разговора Путин согласился с идеей Меркель о проведении политического диалога между Россией и Украиной и дал свое согласие на создание контактной группы.